В Москву прибыл военно-транспортный самолет с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена. Ил-76 Минобороны России прилетел этим утром из региона, где накануне произошел обмен. Домой возвратились 90 российских солдат и офицеров. Первым делом они позвонили родным и близким, чтобы сообщить, что находятся в безопасности. Все хорошо, мы домой вернулись. Радость, в основном радость. Домой позвонил, мама сначала плакала, потом успокоилась. На родину хорошо всегда возвращаться. Тяжело было там. В Москве все освобожденные военнослужащие пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Им уже оказывают медицинскую и психологическую помощь. В нашем оборонном ведомстве уточнили, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.